Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть. Арслан, сделай так, пожалуйста, мне для клипа надо. Поехали. Удачи. Призрак вообще это очень хороший квест, ребят. Жалко не на вас за двоих, но тоже неплохо. Расскажи, как начинал свою стримерскую карьеру. Ну я этот, что-то сидел, потом увидел однажды, что такой Twitch. Такой подумал, ничего себе, прикольно, это было лет, там, не знаю, ну дофига лет назад. Подумал, тоже буду стримить и там копил на компьютер, все такое. А тогда это только с ноутбуков играл, и ноутбуки прям... как же плохо, просто жесть. Оф. Демона нежить. Надо было секунду подумать, наверное, но вы поняли. Так. Уничтожить. Возможно, Ираэль тогда лучше, если потом уничтожить. Должна быть Ираэль по-любому. Нужно быть сильным, классным. Вау, ничего себе, хорош. А то мне на 8 пробил... Надеюсь, не выполнит. Камень я получил, хорошо. Шух. В офигенной ситуации, скажем так. Нормально, нормально. По уровню звука, ребят, нормально. А где твои хрипы? Почему это все одноразовое? Камень не дам, да? А попробуем. Топ-8 попал невозможно. Но сам не все равно мою карту бьем, так или иначе. Unlucky. Не unlucky. Нищу сыграли. Отлично. На следующий ход мы эту штуку выполняем. Элементали. Йоник. Я могу придержать? Я придержу эту штуку. Я потом две штуки раскопаю чего-то. Я два огненных раскопаю. Я его придержу, нормально. Горол. Вот так сделаем, пофиг. Ничего, его же продадим. Ладно, его же продадим. Пара мне нужна. Отсюда, возможно, будут два Молчазара. Тоже будет здорово. То есть два Молчазара, либо два таких вот чувака. Либо два таких до чувака даже, возможно. Хорош удар. Квест выполняется. Дабл раскопки. Нормально. Квест игнорит. Квест мы делаем. Вопросительные знаки. Вопросительные знаки к чему? Зачем я забрал билет? Дабл раскопки, ребят. Дабл раскопки. Дабл раскопки. Так. Так, куда там вопросительные знаки? Сейчас забаню. Сейчас забаню. Почему никому нет? Так, ребят, дальше треки ставлю. Ту-ду-ду-ду-ту-ту-ту-ту-ту-ту.
правильно брать две буритоверни. Найду себе трубачей, найду себе еще что-то, это просто лучше будет. Ну, если я справлюсь, это мной может быть нормально. Если я сейчас получаю по мордям, а я сейчас, скорее всего, получаю по мордям, то это нифига да не нормально. Да, трубачи это будет сильнее. По трубачи у меня две буритоверни, уже там что-то продают, разгоняются. Там, может, рерольщик будет, еще что-то неподобное. Там, найти рерол Элема и этой штуки реролы, но... Как будто это просто правильно. Я могу с ней попробовать, не знаю. Быстрее, да я ничего не буду, я не буду ставить ни то, ни другое на стол. Я ставлю вас двоих, я ставлю звезду радио, и все, это мой стол. То есть это двоица и звезда радио, сидим. Думай, так я думаю, будет верили ли Номи. Поверили мы в Номи, это может быть то, чем я буду в дальнейшем просто бафаться. Это может быть то, чего я стол сделаю себе. Можем пробовать, ладно. То есть по плей у нас всегда так происходит, забейте. Хоть буря, хоть не буря, это не важно. Золотой Ривендер. Какого хрена золотой? А, молот с прошлого файта. А еще нет, конечно. Ну вот, ребят, смотрите, у меня два Номи, и я сейчас на 15 получаю. У него молот с прошлого файта остался. Он со своими картами, со своими кустами приходит, другими. Нашла дорогу, что у тебя просто видюха. А, все тебе расскажи. Все тебе скажи, расскажи, ничего не узнаешь. Ребят, дальше так ставлю. Есть шанс того, что мы сейчас вылетим в помойку. Но не надо. Дурацкий триплет. Го вперед его прокрутим. Чтобы если были сюрпризы на талии, мог их забрать. Вообще нужно вас своих поставить вперед. Что я делаю? Ты же меня будешь бафаться отсюда. Да, 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 всегда надо было так делать. Ты хорош, но... Ладно, нужен все равно какой-то темп. Возможно, все равно дальше в это играем. Два буги нормальная раскопка. Два сюрприза металли было бы тоже хорошо, если бы только у меня не было капли в руке. Не было бы капли в руке, вперед я прокрутил. Было бы на самом деле веселее, интереснее. Я бы забрал бы два сюрприза металли. И... Ну, короче, было просто прикольнее. Ты хорош, но мы не можем быть вместе. Так... Почему? Почему? Мы же, этот файт, наверное, мы должны справиться. Проблема, что дальше будет. Найдем ли мы усиление себе какое-то? Забавно, надо видеть, когда все жестко рашат левел. И Ому, у которого буквально обилка говорит, когда вы улучшаете таверну, получаете две золотых, сидит тройки. Ну, как бы у него есть план, то есть... У него добавляется две свинки, он сидит, крутится, пытается свинки свои апнуть. Потому что камни жесткие, у него есть свинка 4-4, есть стеночки, которые... То есть, ну, пойдет. Пойдет, пойдет. Вон, лемов играют, интересно, кстати.
Интересно. Синергия с костом прям жестко идет. Так, и пока по трекам вроде как... Все, да? Все, пока, пока все, ребят. Откуда произведение? В смысле, слова откуда взяты? Это с готики. Без Ноя бы ничего не получилось, так Номи нам трепья дал. Чел, у него есть план, все хорошо. У него есть план. Да, нормально. Вот такой... А, погодите, я его трепец... Нет, это нормально, тогда все четко. А че у меня такой лем был? Ну, был в прошлый раз, тогда и вас не забирать 50 на 50 ролять. Ну ладно. Тиса. Он не знал, да я не знал, что у меня эта штука еще есть. Да у меня вся капля собирается. Атиста на самом деле довольно хороша, часто бывает. То есть, на самом деле, когда раньше играли с этим квестом, Атиста это реально было лучшее, во что вообще могли выходить. Почему? Потому что спылы, когда вы юзаете, это... Ну, точнее, раскопки юзаете, это и есть пылы, и как бы... Что с этим придумать можно? Сейчас Атиста просто довольно слабый скейлинг. Я просто смотрю на это, и мне кажется, как будто я буду Номи продавать. На следующий ход. Как будто это будет минус Номи на следующий ход. Неважно это все. Любая из тех, кто, что дается, это как бы не рекометаль, и значит не особо нужно. Как бы у него камень давал. 9-3. Вроде нашел, а вроде как и поздно, реально. 9-3 это слабо. Слабо. Так, о, тот самый чувак, ё-моё. Погодите-ка. Пошел отсюда. О, магмалок есть. И передроп, который съедает что-то. Ну, явно это будет не магмалок, верно? Шансы, что это будет магмалок, ну, просто минимальные. А, другой передроп. Ё, а я не вижу его, я его не вижу. А я его не вижу просто, его нет для меня. Не существует этой карты. Кто тухает? А, молчали, да? Я могу тебя вперед забрать же. Шикарный. Я заберу эту магмалавку, да, в любом случае. У-а-а-а-а-а-а.
фотограф-новичок заваливается вместе с горизонтом. Внезапная перекличка ебучих фанатов Гомеса. Внезапная перекличка ебучих фанатов Гомеса. Внезапная. Кого? Перекличка ебучих фанатов Гомеса. Я только знаю Гомера Симпсона. Ой, как так? Меня на 8 пробивал. На 5-й монете. Я карты купить не успел, мне уже на 8 тащил. Я отвернулся, я говорю, сейчас, извините, что там? И мне на 8 тащил, даже не подождал. Мышка это чмошная, конечно, штука. Триплет этой штуки или не везет? Нас пропускать. Во что я превратился? Мы справимся вот так, я хочу так посидеть просто, все, ничего не хочу больше. Вот так вот сидим, больше не хочу ерзаться. Что думаете, норм? Мы справимся вот с этим? Зачем там за большой карте? Да ну, мне все жалко, я сейчас его триплет соберу, рано или поздно у нас же там раскопки да все такое. Когда-то нам call S попадется, и эта карта будет больше, чем эта карта. И поэтому как бы, ну, стенка в итоге ему ушла. Вообще, я выгляжу вроде страшно, да? Посмотрите на меня. Продавец сувениров Silas. Sell S. Я тащил на 38, тащил на 39 бату, там 6 триплетов тайных камелихов. Я думаю, что он сидит такой, боже мой, нет. А у него 9 триплетов, ё-моё. Держит карты без рук, а вот так вот. Чей триплетов, да, он смеется моим триплетом в лицо. Но мои триплеты, они как бы двойное значение имеют. В два раза лучше, в два раза круче, в два раза больше. Откуда у тебя яд? Кто тебе дал? Пью! Пью! Кто ему яд дал? Ты токсик. Токсик, вонючка. Блин, на самом деле он довольно сильно стол, но нежить сакс. По крайней мере, та, что у него нежить сакс. Чисто этот соло огненный, можно сказать, там полстола ему забивают. А, ну вообще у нас сотов тоже раз в три больше. Демоны много, демоны сильно, демоны классно. Так. Ну как?
Ну-ка все говно заберем. Я теперь похититель говна. Плывем куда-то? Поехали блюз Ну, заходи тогда, ладно. Не, ну тогда заходи, конечно. Я вообще такого чувака постоянно закрывашка по два магмалока. Вопрос, какая бабла до Юлия, жопошник нереальный. Чил прибывает на 18 и вот этого чувака. То есть он самый опасный из них, верно? В теории. Там у него голда еще. Не, я бабл отдам, я не жопошник. Я чуть-чуть жопошник, ребят. Чуть-чуть жопошник. Но не сильно жопошник. Не лочь эту штуку, надо сейчас получше найти. Сейчас раскопаем сюрприз ментали и сейчас магмалок соберется. Не знаю, я думал, что там будет Лерой, честно говоря, я и ставил. Я и ставил чуть-чуть подальше именно от чего-то подобного. Сколько там голды было на все про все? 9 голды. Но там, наверное, звука бафится, что на самом деле не было такой проблемой. 39, 27, 38, 39. Остальные в шоке сидят, он просто... Элиза такая, все, пока. Все ясно, все понятно, пока. Ну, давайте раскопку заберем. Ой, не тот. Не тот, ребят, не тот. Где что-нибудь? Где сюрпризы ментали? Где... Баф. Баф. Я хочу поставить на закрывашку. Ну и ратя, так хочу на закрывашку все-таки поставить. Тогда баф, либо бабл. Не хватает только на одного. Бабл дает бабл. Баф дает баф, ребят. Бабл дает бабл, баф дает баф. Вопросы. Ну, на ласт. Если это не ласт файт, то надо тебя добрать. Мне даже 6 хп. Но, наверное, учитывая, что я тенденцию того, что мы пробиваем... Учитывая, ребят, тенденцию вот этого всего, наверное, надо сейчас усиление брать и выкидывать его пытаться. Как она достойная меня! Сиди. Вопрос, что дает бабл, ребят. Бабл дает бабл. Кол Эшфи соберется.
уже близко. А помните, как из-за вас этот, ну, то есть... из-за вас, ребят, мы потеряли, ну, немножко бафов на Call Ace, где вот одно буги не сработало. Брат, братишка, под музыку! И все, я готова. Надо героя найти. Мне не нравится то, что сейчас на экране происходит. Это некрасиво. Это некрасиво, и вы видите, сэр, некрасиво. Очень некрасиво, сэр, с вашей стороны, очень некрасиво. Надо Синрай или Лерой, и пока. Погодите, когда чел ливал, не давалось вот так вот. Он ливал, у вас была стадия закупки, а потом вы... Секундочку. Если чел ливает, идет стадия закупки. И потом я выбираю, я могу ливнуть, я могу закупать карты и что-то еще делать. Или во время файта, может быть? Ну, может быть, да, наверное, так. Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть.